в этом и заключается противостояние, да? Насколько... А вот уже хорошая ошибка такая в пользу Динамо. Штрафный. Ну, не знаю, насколько штрафной, хотелось бы глянуть. Мне кажется, все-таки защитник успел пораньше. Ну и Магремичу дають жовту картку. Красная? Це друга жовта картка, друзі. Жовта картка перша була в першому таймі. На рівному місці вилучили. Так. Да.